столько эмоций, что ты по приезду из Нью-Йорка, тебе, ну не знаю, захочется зарабатывать в 10 раз больше. Да, но у меня очень много работы, я не могу лететь сейчас. Да, но ты можешь попросить отпуск, и я уверена, что тебя отпустят, ты ведь даже не пробовал. Да, но я работаю меньше, чем полгода, и мне точно никто не даст отпуск. Отлично, спасибо. Это первая часть упражнения. Понятно, что мы с ним делаем? Кто-то себя уже узнал в ком-то из нас? Никому не рассказывайте. Если вы заметили, просто сделайте для себя выводы. Теперь второй вариант.